Фигачил, а ты говоришь, не идет. Я надеюсь, она у меня есть. Так, ребятки. Видно меня, нет? Так. Так, в общем, это Light Gun HVC-005. Nintendo Made in Japan. Кстати, мы с этим пистолетом, с Light Gun'ом, вышли в один год. В 1984 году сделан. Представляете? Раритетная штука. Только он у меня, по-моему, как-то странно стреляет. Как хочет, так и стреляет. И мне еще мешает мой кронштейн от телефона. В общем, не знаю, что у меня сейчас получится. Сейчас будет что-то с чем-то. Втыкаем в порт расширения приставки. Так. Надо вообще проверить, как он себя чувствует. Так, что-то с чем-то. Есть. Вот это контент подъехал. Есть, прошел. Как там это? Крутить-то надо. Ясно. Я вообще охоту не очень люблю. Даже, можно сказать, не люблю. А если по этому, по гангстерски? Я судья Дред. Я есть закон. Нормально. Котяра пришел, да, на стрельбу? Ну, будешь моей охотничьим котом? Давай, ты будешь уток собирать. Thank you.
Но... А кто помнит, как называются эти игры, которые другие-то? Ну давай, стреляем. Как тебе пистолет, а, парень? Левой. Да, есть, но там в тарелке я точно, наверное, не попаду. Ну, в общем, понятно. Постреляли в уток. Когда еще такое можно вспомнить, такую штуковину? Да, морда. Вот такая. Приехала ко мне из Владивостока. Очень, очень долго ехала. Есть там магазинчик на Авито. Когда-нибудь попробую, Вань.